Сколько денег должно быть в регионе и как сделать налогообложение комфортным для предпринимателей? На заседании правительства обсудили планы работы на ближайшие годы. Хочу сразу обратить внимание о том, что не только у нас, но и на федеральном уровне активно идет обсуждение проекта бюджета. Все, что связано с бюджетом, идут соответствующие консультации. У меня на следующей неделе запланирован ряд консультаций с рядом руководителей региональных отделений партий, там, руководителями фракций. Проект бюджета на 2021 год и плановый период двух следующих годов уже подготовлен. Его разрабатывали депутаты и руководители профильных ведомств. Финансовый документ составили в соответствии с указами президента от июля прошлого года. Доходы выносятся в размере 71,3 миллиарда рублей. Расходы составят 64,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета будет соответствовать 6,7 миллиарда рублей, что соответствует параметрам бюджетного кодекса. Федеральная помощь поступит в размере 15,5 миллиардов. Цифра не окончательная. Федеральный Минфин может выделить и дополнительные средства Ульяновской области. Бюджет можно назвать социально направленным. Более 63% запланированных расходов направят на решение жизненно важных вопросов. И здравоохранение, на которое придется более 12 миллиардов рублей. И социальная политика, которая тоже составит более 12 миллиардов рублей. И расходы по поддержке и развитию образования. Во время пандемии в сложной ситуации оказались ульяновские предприниматели. Срывы сделок и вынужденные простои в работе ударили по кошелькам. В связи с обстоятельствами государство пошло навстречу бизнесу. Специалисты налоговой сферы разработали новую систему налогообложения. Мы предлагаем установить пониженную ставку в размере 1% для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, а также транспортных услуг, и пониженную ставку в размере 4% для остальных видов деятельности. Этот и другие проекты принял аппарат правительства. Предварительный вариант главного финансового документа отправился в законодательное собрание. Бюджет окончательно утвердят на заседании парламента. Виктория Чиркова, Артем Куранов. Новости УПРАВДЭ ТВ.